вбил в голову, что вы что-то должны родине. Он развязал войну политики, но никто из их детей не участвует в конфликте. Там же и дети всех этих пидоров, которые заявляют, что вы что-то должны родине. Кто платил за все ваши шмотки, игрушки и обучение, пока вы были ребенком? Вы, кто платил за покупку квартиры? Вы, кто продолжает платить за квартиру, хотя вы ее уже купили? Вы, кто покупал вам автомобиль? Вы, какая в пизду родина? Ваша родина — это вы. Все, что у вас есть, купили себе вы или ваши родители. Значит, и защищать вы должны себя и своих близких, съебавшись от угрозы, которая вам угрожает из-за политиков, которые не справились со своими дипломатическими обязанностями. Но я же могу защитить их, только убив врага где-то в окопе. Нет, ты сдохнешь где-то в окопе, а потом твоя мать до конца своих дней будет доедать хуй соли, потому что твоей матери, когда она станет немощной старухой, хер кроме тебя кто поможет. И в первую очередь этим хером будет государство. Буквально идешь защищать не свою родину, а политиков, которые могут поднять свои жопы и пойти договариваться с друг с другом. Только было бы желание, только бы захотеть поработать. Но нет, они сидят месяцами и носом воротят, что они не могут найти компромисс, они не могут найти решение. Человек дохнет, люди дохнут, сука. Толпы народы, городов умирают, лишаются жилья, а они не могут ничего сделать. Так нахуй вы сидите на своих местах, суки. Нет никакой родины, есть только политики, которые подставили твое имущество, подставили твою семью, подставили твою судьбу, твое будущее из-за того, что они некомпетентны. Они не должны находиться на своих местах, потому что единственное, за что они получают зарплату с ваших налогов, это то, чтобы улучшалась ваша жизнь, а вы дохнете из-за них. Всему, что у вас есть, родина не имеет никакого отношения. Все, что у вас есть, купили и заработали вы себе сами. Мы не живем в каком-то 80-м году, чтобы вешать на уши людям эту ебалайскую лапшу, где мы вам выделим колхоз, мы вам выделим комбайн, и вы будете до конца своих дней растить зерно, и вот сколько вам родина дала за ваши вложения. Да нихуя, блядь. Мы живем в капиталистическом мире, где люди сами зарабатывают на все, что у них есть. Родина нихуя ни при чем. Мы здесь платим налоги, блядь. Какая родина, ебать? Мы здесь еще деньги отдаем, чтобы, сука, здесь иметь право жить. Не как бомжи. И мы еще за это что-то кому-то должны. Вы ебанулись?